Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть с Swarm Queen. Поехали. Так, ну что, у нас прогресс соточка, но вы попросили, чтобы я начал проходить испытания. Царица с одним здоровьем, ну это трэш, конечно. Давай-ка попробуем, знаешь что? Отравление. Давай глянем, отравление. Ваша царица сильно отравлена, но у вражеской царицы меньше здоровья и меньше сборщиков. Так, сложный режим, у вражеской царицы больше здоровья. А, тут еще, смотри. А это как-то влияет? Давай возьму джунгли. Поехали. Отравление. Что-то мне... Так, что? Что? Ты сильно отравлена. Я заметила. Как собираешься выигрывать? Быстро, я полагаю. Так, хорош тут рассусоливать. Быстро. Полагает. Как, нифига, у нас очень ребята быстро здоровье тратится. О-хо-хо-хо. Ладно, посмотрим, что вражеская царица имеет у нас. Угу, угу. Так, мне надо уже... Блин. Ну что же, поехали. Но на самом деле мне бы... Да что, еще не готово? Что-то мне 75 надо. Я, наверное, вот так вот сделаю, покамись. Это вынужденная, друзья мои, мера. Вынужденная. Погнали. Да что ты... Так. Вот наш немножко отравился. Ладно, ничего страшного. Пока ничего страшного. Давай-давай-давай-давай, куда-куда-куда-куда-куда? Не получится, да? Ну что же, сейчас посмотрим, как мы... Ребятушки здесь будут справляться. Пока норм здоровья, пока, ребята, норм. Так, а у него что, только такие будут ползуны, да? Если только ползуны, то... Будет круто. Но что-то мне подсказывает, что не только здесь будут ползуны. Давай-ка будем честны. И еще бы я бы с удовольствием бы хотел бы... Сделать себе скорпионов. Прямо, знаешь, с превеликим удовольствием. Прям, я бы даже сказал, с огромнейшим удовольствием, ребят. Я жду сотку. Не даст мне, да? Сотка есть. Делаем скорпионов. Так, ну у нас здоровье практически одинаково. Что у вражеской, так сказать, королевы. Что у нас. Главное этим олухам не давать. Все, переманили, блин, да, гаденыши. Сейчас попробуем. Три скорпиона. Массы, массы бьет. Так, ну и, конечно же, мне нужно, ребята, добытчиков добывать. Давай, 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 переманиваем. Так, я вижу, тут плевуны у него, да, прибыли. Красавчики.
Молодцы, скорпиончики. О, летающие вышли. Так, ребят, ну мне надо тоже, наверное, плевнов, наверное, сделаем. Я, кажется, знаю, кого мы будем сейчас делать. Угу. Мы будем делать не плевунов, а летунов. Наверное. Почему-то я больше склоняюсь именно... Я больше, ребят, склоняюсь к летунам, но успеть бы их сделать. Вот в чем проблема-то. Да, я, наверное, сделаю наших суперметателей, которых мы обожаем. Ну, я, по крайней мере, их обожаю. И вот за счет этих метателей мы, наверное, победим. Ну, тут уже понятно, что три звездочки нам не светит. Но в данный момент даже тут не о трех звездочках идет вопрос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, ребята, вот это он меня сейчас, конечно, подколол. Тут, конечно, да. Я совсем забыл про его боеголовку, про эту несчастную. И что вытворяет? Но... Так, он меня решил одолеть, я так понимаю, да? Ну что же, давай посмотрим. Как ты смеешь? Вот так вот. Так, слушай, ну у него здоровье меньше. У него здоровье, ребята, меньше. Я вызвал ракету. Нормально. Так, ультра-мега-геймер и захват древнего края. Я получил достижение. Ну вот видишь, 50% здоровья, конечно, я не сохранил нашей царицы. Поэтому и получил только две звездочки. Отравление пройдено. Такс, что у нас тут? Запасы нектара. Кто-то сказал бесконечный нектар. Давай попробуем. У обоих игроков бесконечный нектар. Вы не можете создавать дополнительные органы. Враг получает дополнительное сердце и мозг. Не понял я немножко. О, бесконечный нектар. Да, я знаю. Бесконечный нектар. Да, все так. Да. Слушай, а зачем мне столько? Зачем они вообще мне нужны? Чё-то, ребят, подтупливаю. Ладно. Ёк, Махарёк, вот он там. Сейчас мы будем с тобой тут делать штуки-дрюки. Пора, наверное, бухнуть, да?
Сейчас мы тут сделаем с тобой супер эволюции. Так, у меня скорпионы, да? Сейчас мы посмотрим. Да, тут, конечно, прикольно. Ну вот эти вот медузы почему-то мало наносят как-то урон. А, ты смотри, что он сделал. Смотри, он кого себе позвал. Не достаю. Давай, родные мои. Кстати, да, мы же тоже можем с тобой такого вызвать, чудилу. Ого! Хороший раш, нуб. Ну вот, ребятушки. Даже пикнуть не успел, засранец, как мы его подчикали. Бесконечный нектар, тоже, ребята, пройдено на 3 звезды. Так. Ну, давай еще какой-нибудь сегодня попробуем пройти. Блин, царица с одним здоровьем. Ваша царица одна единица здоровья. У вражеской все в норме. На уровне нет гусенички. Ага. Ну, хорошо. Я попробую. Нет гусенички, говорят, на уровне. У тебя будто что-то около одной единицы здоровья. На самом деле, ровно одна единичка здоровья. Об этом говорится в описании уровня. Ого, хреново у тебя дела. Просто не трогай меня, и все будет хорошо. Ох, я тебя сейчас натрогаю, лол. Вот же сволочь. Натрогаю. Сейчас на меня натрогает, говорит. У нее-то со здоровьем там все нормально, я смотрю, да? А вот у меня беда. Ладно. Нам, ребятушки, нужно сопротивляться. Гусенички здесь нет. Поэтому можно пока не бояться. Но, опять же, он же может выпустить любого летуна на мою сторону, и все. И будет плохо. Поэтому надо оборонку делать. Слушай, он этих на себе натравил-то нормально так. $75, да, стоит первый? Первый лучинок стоит 75, мы это сделаем. Так. Пора, наверное, шлепнуть. Как я их обманул, а, ребят? Так, давай делать вторую эволюцию. Блин, у него очень много этих. Так, поехали. Естественно, будем отбиваться. Пора. Главное, никого не пропустить, ребят. Так, недостаточно нектара уже, блин, у меня, а?
А почему недостаточно? Потому что у меня мало этих рабочих. Вот поэтому и мало нектара. Вот вся беда, ребят. Ну, ать, не достаю там. Я там не достаю. О, смотри, он, ребята, вывел плевунов. А если он вывел плевунов, то нам... Давай я возьму, наверное, на ракеты, потому что я не знаю, ребят, кого он там. Нет, 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 нет. Да что ты так быстро-то? Ай-яй-яй. Так, опять эти хламоны ползут. Сложно будет. Понимаешь, мне нужно максимальное количество трудяг, чтобы они у меня были здесь. Потому что он просто без остановки отправляет ко мне сюда противников. Ну ты видишь сам. Вообще без остановки, просто. Понимаешь, сами плевуны, они сами по себе здесь особо ничего не делают. Они должны быть прикрыты. Но прикрытие мое почему-то в последнее время очень быстро уничтожает. Так, раз, два, три, четыре. Четыре. Он всегда по четыре выпускает. Я уже это заметил, ребят. Всегда по четыре. Более-менее, ребята, более-менее. Видишь, не успела с первой армией разобраться, он уже выводит вторую. Блин, вот это вот вообще не в тему, ребят, ну серьезно говорю. Нету там от него никакого толку. Здесь надо что-то... Понял, понял. Все, у меня есть идея, ребят. У меня есть одна маленькая идейка. Реализовать бы ее еще. Так, я буду именно, ребята, делать дальних плевунов. Они намного эффективнее. Они намного эффективней. По урону именно, по урону. Так, пускай эти хлыщи подойдут сюда, и я сейчас... Давай, ну что, блин. Давай, ага. На. Теперь добиваем. А как он делает, так и мы будем делать. Упс. Упс. Ты серьезно? Вот так вот, ребятушки. Еще вытворяет. А вот эти вот ребята очень опасны.
Как всегда, блин, недостача. Давай, 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 по дальним, по дальним, yeah. Хорошо, пошли. Будет, конечно, такая довольно неприятная битва у нас. Он оборзел, что ли? У него уже такие плевуны, блин. Так, что я могу сделать? Да, я могу. Я, наверное, все-таки, ребят, сделаю немножко другое. Я вот так вот сделаю. Мне необходима эволюция. Очень необходима мне эволюция, ребят. Такс. Дело дрянь. Блин, почему ты так дорого стоишь-то, а? Сороковку, блин, дороже, чем кто-либо, блин. Понимаешь? Хорош там уже, а? Совсем забыл про эволюцию-то. Забыл ты, Рэй, да? Смотри, 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 сколько их там заплевывает. Ой-ой-ой-ой, да а как он столько наплодил-то? Вы, конечно, меня, ребята, извините, но как можно вот столько наплодить? По логике вещей даже, если подумать, как? Смотри, 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 куда эти прилетели. Где ракета? А давай, 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 ракета, лети. Как-то слабенько ты шибанула, если честно. Слабенько очень. Тут я забываю все время эволюцию сделать, ну ё-моё. Я не успеваю просто, ребята, сделать этого. Эволюцию. Мне надо эволюцию, чтобы вот эти вот бомбили издалека. Для этого нужна сотка. Сейчас попробуем замутить. Вот сейчас вот. Вот. Так, а здесь сделаем вот так вот. Как он делает из-под тишка, так же и мы сделаем. То есть эти должны жуки у нас бомбить уже. Ну сам, ты посмотри. По-моему, скажем, разом вереницу все больше и больше делает. Ни у кого такого ощущения не возникло. А, только у него уже тоже, ребята, оказывается. Я только сейчас увидел, что у него тоже скорпионы. Угу. Смотри. Смотри, сколько он выделывает их. Так, эти издалека бомбят, бомбят, отлично.
Скорпионы, скорпионы, где вы там? Пошло, блин, дело. Ну где ракета-то, блин? Давай, ракетушка, сколько у нее там здоровья, блин? Без гусенички, конечно, сложновато, ребятушки. Так, я все-таки должен сделать эволюцию, ребят. Но это не дело. 125 надо. У него идет преимущество передо мной. Видишь, сколько он выпускает, ребят, скорпионов? Сколько мне дано выпустить? Да, тут, конечно, у него, блин. А это еще кто идут? Я уже забыл, кто это такие-то. Эволюцию, блин, сделал тоже мне. Опять этих. Какая длинная и долгая битва, а? Кого можно еще-то взять? Давай летающих хотя бы, я не знаю, сделаем. Так, сколько у нас там стоит эволюция? 60. Фига ты там их наплодил, чепушила несчастный. По-моему, ребят, сейчас меня здесь запинают. Слушай, тебе не кажется, что он... Ты определись давай, либо-либо. Ты что-то тут, смотрю, всех, блин, делаешь. Все у него есть, блин. Хмырь, блин. И этих он делает, и тех. Смотри, не дай бог сейчас эта фигня скинет на мою базу с одной единицей здоровья. Это будет трэш. Ты завязывай давай. Как можно играть, когда он, ребята, использует всех? У меня не все, а у него все. Ну как? У него и птички, и это,
столько невозможно иметь, блин. Сотка нужна, блин. И все возле моих этих ворот кружится, блин. Да я дрен ты матрен, а? Все. Заколебало, а? Ну, чепушило, а? Да я понял все. Начинает тут мне лечить. Так. Ему надо переезжать, ребята, именно по прогрессу. То есть мы должны быстрее его развиваться. Как это сделать, пока не знаю, ребят. Ну, должны быстрее его развиться и... Так, давай-ка я, наверное... Начну потихонечку эволюционировать. Птички эти его, ну, да, я, в принципе, проиграл из-за птичек. Скажу честно. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Сейчас я посмотрю. Так, 70, по-моему, да, надо на первую эволюцию. Так, можно. Хороший против стрелков. Против каких стрелков? Так, ну что, у него первый пошел. Ну вот ты смотри. Он сразу троих, ребята, делает. Сразу же. Спрашивается, как? Какой троих там? Шестерых, ребята, клепает. Так, сутка-то, по-моему, да, идет? На скорпионах. Смотри, я вот ему взорвал. Ты хочешь сказать, что он уже успел накопить? Нет, конечно. Это полная ерунда, ребят. Чтобы он уже успел накопить. Смотри. Смотри. Я у него всех только что взорвал, а он уже успел всех здесь сделать. Нормально? Ну, это ж чушь полная. Это, ребята, полная чушь. Не успел я этих, он уже, ребят, плевунов клепает. Ну как он? Ну ты посмотри, он, я еще с этим не разобрался, он уже следующую армию клепает. Да вы че, блин? Это вот че, это вот нормально называется? Это полная лажа, ребят. Давай. Все плевунов, да, своих клепает. Ребят, все клепает плевунов.
Не успел я у него плевунов разобрать, он вызывает уже армию этих. Плевуны разобрались с моими скорпионами вообще на изи. Вот так вот, ребята. О чем вообще-то можно говорить? Я с этой армией, а он уже другую. Вот, вот это не реал, ребят. Тут заведомо дисбаланс идет. Ну просто, ну как вот? Он на каждое мое действие противодействие делает. То есть, я не спорю, что там у тебя нектар, там все там подобное. У него там прокачка. Да нет у него пока прокачки этой. Опять он плевунов делает. Ну ёб просыте. Ну это хоть немножко отвлек, хоть чуть-чуть. Пока он отвлекал, эти тут с ним разобрались. Так, ребят, давайте сделаем вот этого. Дорогой юнит, ничего не спорю, но... У меня выбор этот, видишь, тут не особо велик. Сейчас хотя бы одного сделаю, а чё мне от одного толку-то? Блин. Давай попробуем. Дело в том, что они его сейчас заплюют. Все туда, и мой скорпион начинает тупить. Мой скорпион начинает тупить. У него что, блин, сильнее, что ли, я не могу понять. Ну что ты не... Блин, кого взять-то еще, а? Ну хил, я хила не хочу брать, друзья. Электрического, что ли, взять? Или протоорган взять? Только в эту зону войду, сразу бомбану нафиг. Не эта зона мне нужна была. Поехали. А что, нижнего не надо бомбить, да? Вам легче вон тех вот уничтожить. Офигеть, они бомбят. За километр. Мои почему-то так не стреляли, блин. Как у него. А он стреляет. За 3-9 земель. Вот так вот, ребята. Так, что тут? Создаю заряды на вашей ядерной боеголовке. Взять, что ли, снаряды? Чего он тупит-то, скорпион? Ну ты посмотри, как заливает, а? Сейчас я ему устрою, блин, тут. Он запарил меня просто в корень. 300! Ты в баню.
Я лучше сделаю этого. Скажи, я скажу. Шипастого хмыреныша, который будет им сейчас тут просто мозг выносить всем. Ты понял, да, про которого я говорю? Эволюцию сделаю. Вот этот мне нужен за 50. Раз не понимает по-нормальному. Трындец, я только от одних избавляюсь. Он уже другого наклепал, а? Так а чё, где мои-то, блин? Пипец. Сейчас по базе попадут. Дайте мне, блин, хоть... Да, ну, ребят, я не знаю, блин, ну это ну, как ты тут будешь делать? Они сейчас просто расстреляют его, и все. Не, ребят, не могу. Это причем на обычной сложности. Не на обычной, понимаешь? На обычной. Не, возможно, если бы мы улучшение бы с тобой прокачали бы. Может быть. Так. У вашего нет токсин, больше радиус поражения. О, это хорошо. Так, пока у любой целится меньше. Блин, да какая гусеничка. Давай вот это вот. Чего не хватает? Чего-то не хватает. Расчищает больше нектара. Понижение уровня или отмена мутации защищает больше нектара. Давай возьмем этот. И все пока. Все пока. Ребят, давайте, наверное, мы на сегодня закончим. Я думаю, что обязательно продолжим. Побольше с тобой прокачаемся. Кстати, у нас же еще, не забывай, есть улучшение вот здесь вот. Обе. Одну единицу нектара в секунду. Бесплатную когтистую личинку. Почему на обоих-то это рассчитывается, а не на меня только, а? Ладно. Всем удачи и до новых скорых видосиков.